Александр Михайлович, с дебютом. Я думаю, что вы большинство ребят также с дебютом поздравили. Да, кстати, конечно, как бы в раздевалке всех ребят с дебютом поздравили, потому что для большинства, практически, если не для всей команды, это дебютная игра. Те, кто, скажем так, мы считаем опытные, они тоже никогда практически в стартовом составе не выходили, поэтому вся команда, скажем так, проявила, ну, сыграла, да, дебютную свою игру. Жалко, что не победили, но, скажем так, для первого раза, кажется, ничего. Психологически не скажется упущенная в концовке победы? Нет, психологически у нас крепкая команда. Особенно я рад за ребят 2000 года рождения, которые проявились, скажем так, хорошие качества. Вот, поэтому я думаю, что все победы у нас впереди. И мы будем стараться для того, чтобы бренд «Локомотива» держать на высокой марке. Я понимаю, что тренеры не любят выделять кого-то одного, говорят о команде, но все-таки предлагаю помочь нашим зрителям тоже разобраться с новым созывом молодежки. Кого по сегодняшней игре все-таки нужно отметить? Ну, по сегодняшней игре отметил бы двух центральных защитников, ребят, да, 2000 года рождения, Агиржана и Кальтяпина. Вот, хотя в целом, как бы, линия обороны, да, первый раз играла в этом, как бы, составе. Те товарищеские игры, которые мы наигрывали, немного, да, другой был состав, но в силу технических причин мы не смогли там заявить ребят, кто-то травму получил. Поэтому здесь немного такая была новенькая защита. Вот, и я считаю, что именно за счет этих ребят как бы защита сыграла на должном уровне. Давайте небольшой прогноз сделаем. Многие ребята играли на уровне КФК, многие играли по своему возрасту с другими академиями. Вот. Как долг будет адаптационный период, вот это привыкание к уровню футбола по молодежке? Ну, каждый он индивидуален. Все зависит от того, что, скажем так, индивидуальных качеств каждого игрока. Кто-то быстрее адаптируется, кто-то медленнее. Но то, что мы во всех ребят верим, и те, кто находится в нашей команде, тренерский штаб верит в каждого, мы во всем их поддерживаем. И у нас действительно, как бы, я думаю, будет настоящая команда, боевая, которая... Ну, скажем так, в таких играх уже мы не будем уступать, а будем двигаться вперед.